Быстрые блины наряженки имеют интересный вкус и очень просты в приготовлении, они получаются тонкими и ажурными. При этом, благодаря добавлению крахмала, достаточно легко переворачиваются. Подавайте быстрые блины наряженки на десерт или полдник, сложенными стопкой, свернутыми в четверо или трубочками, со сметаной, вареньем, джемом, сгущенкой или любой нравящейся вам начинкой. Количество сахара в блинах можете регулировать на свой вкус, при этом, чем больше сахара вы положите, тем более коричневее будут блины. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Смешайте яйца с сахаром и солью, влейте ряженку и перемешайте. Далее добавьте просеянную муку, предварительно смешанную с крахмалом и содой. 2. Хорошо замесите тесто, чтобы не было комков, и добавьте растительное масло, снова все хорошо перемешайте. 3. В итоге вы должны получить довольно жидкое тесто, благодаря чему блины будут тонкими. Если тесто получилось густоватым, добавьте еще немного ряженки до получения нужной консистенции. 4. Равномерно наливайте тесто на разогретую, слегка смазанную маслом сковороду. Сколько теста необходимо на один блин, зависит от размера вашей сковороды. Жду ваших лайков и комментариев. 5. Жарьте блины с обеих сторон до золотисто-коричневатого цвета. Быстрые блины наряженки готовы. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Ряженка 500 мл, сахар 1 столовая ложка, мука 125 грамм, сода 1 грамм, яйцо 2 штуки, соль 3 чайных ложки, крахмал картофельный 50 грамм, растительное масло по вкусу, количество порций 3-4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.